Направляемся к бассейнам. Такие халактики тут выдают. Вызывай лифт. Куда собрались, малышня? Нарядились как привидения. А? Маленький Каспер. И завтра пойдем, да? На солнышке тепло, когда ветерок не дует. 14 градусов, а вот ходим раздетки, потому что тепло. Только ветерок подует, и все, их в отрыве. А вот в этом бассейне можно вниз прыгать. Опа, вот так вот, бух. Вон мои привидения, закутавшись, идут мимо глубокого бассейна. Сегодня решили покупаться на бассейне воронцовскими банями. То есть сейчас под нашими ногами будет потолок воронцовских бань. Он находится, вот этот основной бассейн там, этот глубокий бассейн, куда меня сын просит прыгнуть, а я все не хочу, потому что холодно и прыгать неохота. А вон там как раз бассейн с воронцовскими банями. Вот такой панорамный бассейн, подплываешь и смотришь на море. А тут теплее, что ли, Жень? Тут теплее, чем там? Вода не соленая. Помашите рукой. Привет, земляне! О, еще один приплыл. Sticks and stones, sticks and stones, sticks and stones, build.
поближе туда, к берегу. Как тебе этот бассейн? Мне он понравился, но тут нет морской воды. А тебе как бассейн? Не очень. Почему, что не понравилось? Слишком глубоко. Глубоко? Да, тут не глубоко. Папа! Чё? На рукавнике мои возьми. Вышли покупаться ночью, как ёжики в тумане. Вот уже второй бассейн заходит над Воронцовским банем. Тут не так тепло, да?